Итак, привет. Привет тебе, мой маленький хейтер, на ваших экранах симулятор супермаркета. Я, кстати, знаете, заметил, то у нас вывеска с серой поменялась на красную. Ну, потому что что? Потому что мы улучшаем наш бизнес. Так, давайте посмотрим, что у нас по обновлениям. Итак, я фармлю периодически денежки за кадром, поэтому мне пришлось поставить вторую кассу для себя, потому что молодого человека мы убрать отсюда не можем, он максимально сосредоточен на работе, поэтому, пришлось, короче, еще одну кассу добавить, расширить немножко помещение. Вот, по полкам и по товарам у нас осталось все то же самое, но я тратил деньги на расширение кладовки. Вот, зачем я это делал, не знаю, мне в принципе и то и было хватило, но я думал, что это расширение магазина. Вот, в итоге у нас еще есть большая с вами кладовка. Свет здесь провел. Ну, короче, изменений на самом деле не так уж и много, вот, но мне нужно было нафармить денег. Но с магазин с вами в принципе заполнен сейчас, можем пока открыться на какое-то время, эту кассу мы пока закроем. Видите, да? Видите? Ну, касса закрыта, можно поставить табличку. У нас есть холодильник, который уже, несколько серий никаким образом не пользуется. Вот, и тоже не особо хорошо, потому что нужно взять какую-то лицензию, нужно сейчас все это дело нам расширить. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас по этим лицензиям, сколько они стоят. Так, менеджмент лицензии, лицензия на товар. Вот, отбеливатель, чистящее средство, это у нас уже химия пошла, да? Ну, 750 мы можем, в принципе, потратить. Так, сыр, бла-бла-бла, еще что-то. Давайте докупим, чтобы у нас было чуть побольше товаров. И посмотрим по развитию. Так, раздел расширяет бла-бла-бла. Найм. Вот, мне нужен найм. Потому что я хочу, чтобы у нас был с вами кладовщик. Да, дневная зарплата $90, стоимость найма сотня. В принципе, мы себе, я думаю, можем это позволить. Вот, в дальнейшем нанять, допустим, еще одного кассира. Так, склад мы все с вами не увеличиваем никаким образом, а раздел магазина мы да. Давайте с вами сейчас немножко увеличим. Блин, 2600 можно, в принципе, еще разочек. Надо посмотреть сейчас, что у нас получится. В принципе, нет. В принципе, у нас пока нормально, пока хватает. Так, здесь надо как-то посмотреть. Надо как-то это аккуратно все сделать. Потому что у меня здесь еще коробки всякие стоят. Вот всякое барахло. Вот, мне интересно, если я вот сюда вот смогу переместить холодильник и поставить еще полки. Так, уважаемые дамы и господа, вы подождите. У нас тут небольшая будет сейчас перестановочка. Да? Он забирает из холодильника, который я переношу. Вот это вот на самом деле прикол. Так, аккуратность и ровность это наше все. Да, замечательно. Так, и сюда у нас станет еще, по идее, один холодильник. А вот этот мы, кстати, можем заменить на двойной. И тогда у нас будет, супер аккуратненько. Да? Мне кажется, да. Давайте мы вот это вот я все сейчас переставлю к окну. Чтобы оно под ногами не мешалось. Да, по идее, надо это все на склад. Но на склад мне таскать это все не хочется. Потому что поудобнее, когда это все здесь, где-то под рукой. Так, мы берем тогда еще один двойной холодильник с вами. Блин, очередь копится. Кладовщик, здравствуйте. Ох, ты боже мой. У нас, смотри, пошел бизнес. Молодой человек у нас все носит. Это максимально... Хорошо, это мне нравится. Так, ладно, мы уже суровые бизнесмены с вами. Так, давайте тогда, знаете что? Давайте мы тогда зайдем в маркет, мы зайдем в мебель. Мы возьмем еще один большой холодильник. Мы возьмем еще, наверное, пару полок, да, под химтовары, под все остальное. У нас, в принципе, должно с вами хватить. Возьмем еще пару лампочек, чтобы там дело все это подсветить. Так, ладно, смотри, это дело я, баланс остаток, доставка $4 за мебель, прикиньте. Вот этот поворот. Так, а стеллажи все-таки, наверное, это вот эти, да, небольшой. Ага. Блин, 200, 200, ну давайте я парочку возьму.
Вот, мы посмотрим, сейчас эти стеллажи будут сюда или туда. Блин, мне придется, наверное, открыть кассу, потому что, да, подходите ко мне, у меня самые быстрые руки здесь на Диком Западе. Так, $51, пожалуйста. Так, молодой человек, сок. Конечно, вот $1 вам сдачи, барышня. Да, чаек, кофеек, все хорошо. Так, 19, готово. Все, кассу, ну, я ее пока оставлю, если люди вдруг будут подходить. О, боже, смотри. Ты вы что, не видите, что ли, у меня же тут полки стоят. У меня тут полки стоят со всяким барахлом. Так, полку я хочу, знаешь, поставить вот таким образом. То есть одна будет вот здесь стоять под химию, и одна вот с этой, с другой стороны. Вот, мне кажется, это будет максимально правильное решение. Так, подожди, холодильник мы пока оставим. Мне нужно парочку человек обслужить, потому что наш кассир не всегда справляется. Но мы можем нанять, в принципе, еще одного. Я буду прямо заниматься только менеджментом. Менеджментом в магазине. Так, эта полка сюда же идет, правильно? Ну, вообще, по идее, да. Так, давай, это мы сюда поставим. Это мы перенесем рядышком. Ну, склад нам придется. Придется в любом случае делать больше. Так, давай. Че у тебя, кока-колка, шоколад? Решила под вечер себя побаловать, да? Подожди, подожди. Я не то нажал. Вот так вот. Да. Так, водичка, молоко. Все хорошо. Сдачи вам не надо. Приходите, как говорится, еще. Так, холодосик. И мне нужно включить свет. Свет. Блин, почему ты ко мне идешь? Он там же у нас молодой человек свободный. Ну и ладно. Она, наверное, знает, что у меня самые быстрые руки, поэтому, ну, без вариантов. Ты, как всегда, идешь на самую быструю кассу, правильно? Никто не ходит на кассу, которая вот медленная. Так, давай, ладно, это сюда мы ставим. Это мы ставим чуть поближе. Почему ты не ставишься? Вот так вот. Не ходите, тут у нас перестановка. Небольшая, вот так, хорошо. Так, этот холодильничек мы сейчас уберем. Давай поставим вот сюда. Здесь, возле кассы, он будет смотреться хорошо. Пусть будут молочные продукты. Так, йогурт на вечер ты решил, да? Ну, конечно, да. Йогурт тебе будет полезен. Так, блин, мне нравится, что он ходит, расставляет. Он чем-то там занимается. Это большой плюс, я считаю. Так, этот холодильник мы с вами впилим вот сюда. Он должен прям в аккурат. Да. Во, это уже другое дело, это уже смотрится хорошо, это смотрится... О, боже мой, иди сюда, иди, я тебя обслужу сейчас, обслужу по максимуму. Так, 65, окей, давай, следующий, залетай, я уже профессионал в этом деле, все, сдачи тебе не надо, иди по своим делам. Так, мне нужно поставить еще одну полку, да, вот сюда, мы ее сейчас будем... Это все дело товаром заполнять. Так, у нас здесь коробка лишняя. Окей. Сейчас. Подождите. Я на складе. Приду совсем чуть позже. Так, давай мы вот это вот все расставим. Чтобы оно глаза не мозолило. И чтобы наш молодой человек мог подходить. Это все забирать. Вот это все смотреть. Это все расставлять. Так, барышня. Секунду. Буквально секунду. Да. Готово по нолям. Все, до свидули. Так, у меня еще одна полка была и светильнички, да? Давай мы, наверное, светильник разместим. Ну, нам где нужно? Один вот здесь, ну, чтобы они в ряд шли. Там один, правда, кривоват, но ладно, это мы сейчас чуть попозже с вами переставим. Так, это сюда. Ну, да, смотрится уже хорошо. Так, кексики на вечер у вас, жопка не слипнется? Ну ладно, он, наверное, мальчик уже большой, как-то сам разберется. Так, иди сюда, это мы ставим каким-то вот таким образом, да, чтобы у нас был островок, да, смотрится, мне кажется, хорошо. Блин, нам надо еще вот здесь вот, наверное, две полки поставить. Так, давай я, наверное, вот это тебе расфасую, а он у нас уходит, да, вечером, он нас не расставляет. Он только в течение дня, скорее всего, этим делом всем занимается. Ну ладно. А, нет, вот он появился уже. Я про тебя плохо только что подумал. Я думал, что ты у нас
работаешь очень мало и сразу куда-то уходишь. Блин, мне нравится. Мне нравится, это очень хорошо. Так, ну, соответственно, товары нам нужно будет немножко перегруппировать, да, чтобы их, наверное, было побольше на каждой полочке. Так, давай я тебе... Давай я, наверное, шоколад один... Не-не-не, это цельная коробка, я тебе ее сюда закину, ты будешь ее, если что, доставать, а вот этот мы с вами расфасуем. Расфасуем, он еще и мусор выкидывает, боже, все хорошо у него, слушай. Так, этому тоже я тебе помогу расставить, ну, потому что я хозяин, да, я хозяин магазина, я периодически хожу и сотрудникам своим помогаю. Так, давай йогурт, наверное, мы вот так вот сделаем. Вот сюда поставим полную полку. Так, отсюда мы йогурт заберем. Давай, давай, давай. Забирайся весь целиком и полностью. Его, кстати, покупают очень-очень плохо. Ну, я не знаю. Может, не самая вкусная марка, да, но вроде какой-то там фруктовый прям. Прям какая-то красота. Ну, ладно. Не суть в этом, как говорится. Так, давай мы поставим тебя напротив. Поближе к стеночке, да, вот так вот будет хорошо. Тебя мы тоже ставим сюда, и нам нужно еще, по идее, один стеллажик заказать вот сюда. Да, блин, так, один стеллажик сюда, холодильник у нас находится один здесь, и один еще маленький здесь. Давай мы тебя даже вот так вот еще чуть-чуть переставим поближе, чтобы вы от моего стола немножко отстали. Ну-ка, блин. А почему здесь он как будто бы лучше стоял? Нет? Нет, мне, наверное, кажется. Да, чтобы мой стол, он был как бы отдельным. А подожди, я могу его перенести, интересно, вот сюда? Да, смотри, а я даже его сюда могу перенести. Это же очень хорошо. Это очень хорошо, потому что я буду видеть, что у нас на складе есть, что у нас на складе нет. Блин, вот сюда, по идее, поставить. Ну-ка. Да? Да. Мне кажется, так будет намного лучше. Кассу, ну... Кассу вот эту вот можно, я думаю, еще чуть-чуть передвинуть подальше. Да, чтобы некоторые люди у нас заходили, некоторые люди у нас выходили. Можно было еще подальше. Ну ладно, с другой стороны тоже не надо. Слишком много комфорта им будет. Так, давайте тогда посмотрим, что мы можем еще заказать с вами на завтра. Ага. Так, полка, это понятно. Ладно, на завтра мы закажем уже завтра. Так, пирог и конфеты у нас в цене немножко подупали. Так, пирог это у нас вот этот, да? Пирог, да, 6. Ну ладно, давай, пусть 6 будет. Пусть 6 будет, я думаю, ничего страшного. Конфеты 3,57, они у нас по 4. Мы цены с вами максимально округляем. Так, время у нас не идет, да, пока мы магазин не открыли, поэтому мы можем с тобой делать заказы. Так, во-первых, полочку давай, пусть приходит она к нам. Вот, и будем смотреть. Ох, шампунь, мыло для рук, чистящее средство. Давай, наверное, вот так вот мы сейчас по... Капсулы для посудомойки, туалетная бумага, шампунь. Мы вот это все сейчас... Закажем с тобой мед, сахарная пудра, боже мой, тунец и яйца еще по 4 штуки. Блин, зачем? Яйца всегда должны быть десятком. Я вот это вот вообще не понимаю. Так, это что такое? Это туалетная бумага. Так, туалетную бумагу мы с тобой разместим, наверное, вот здесь, ну-ка. Ага. Ого. Блин, слишком много она места занимает, я тебе так скажу. Даже очень слишком много места. Так, распаковывайся. Распаковывайся, мы тебя сейчас вот здесь вот рядышком. Хотя, знаешь что? Давай мы вот этот вот холодильничек заберем. Им немножко разделим полки, да? Чтобы поинтереснее это все выглядело. И поставим вот так. Так, это что у нас такое? Это у нас соль. Соль у нас где-то здесь имеется? Имеется. Ну-ка, блин. Соли покупаешь, ее прям много. Ее прям всегда много, всегда перебор. Так, а здесь мы, может, поставим с тобой вот эту нашу морозилку. Правда, ничего туда складывать мы пока не можем. Не, мне не нравится, как она здесь смотрится. Вообще кардинально. Пусть она вот здесь вот у кассы стоит. Вдруг кто-то будет подходить, кто-то будет что-то смотреть.
Так, это что такое? Это какое-то чистящее средство. Ну-ка. Да, в принципе, неплохо. Неплохо. Большое количество. Пусть будет. Так, это сахар. О, подожди, я уперся. Я уперся в нашу стену. Так, давай сахар, наверное, мы вот здесь вот поставим. Так, коробка целая, все влезло. Там иногда, знаешь, за бортиком это все как-то остается. Мне не очень нравится. Так, здесь у нас для... Ага. Для посудомойки у нас из одной коробки выходит прям две полки. Ну, это, в принципе, хорошо. Пусть оно так вот и остается. Так, это сюда. Чистящее средство. Ну-ка, а тебя сколько? Вот, и в аккурат у нас в одну полочку влезло, да? Замечательно, все, тогда здесь и останешься. Так, это что такое? Это съедобное? Похоже на моцарелку, да, как будто бы? Ну ладно, давай мы тогда ее... Ага, подожди. Нужно в холодильник, а вот в этот холодильник я не могу, да, его запихнуть? Ладно, но у нас, к великому счастью, с тобой есть холодильники. И холодильников довольно-таки много, надо их в любом случае чем-то заполнять. Так, мед, мед, мед. Ну, мед можно, я думаю, рядом с сахаром поставить, пусть у нас будет такой довольно-таки сладкий отдел. Окей, да. Так, это мыло, мыло для рук, скорее всего. Я надеюсь, оно все влезет. На одну полку. Да, тоже хорошо уместилось. Так, это что такое? Пармиджана. Это спагетти, да, какие-то, судя по всему, да. Так, а что такое? В холодильник тебя тоже? Он-то какой интересный тут. А, ну это, видимо, полуфабрикат какой-то, да? Она там уже, скорее всего, сваренная, загруженная. Ее просто нужно разместить. Так, а по химии у нас еще с тобой шампунь ядрено-ядовитого цвета такого. Ну ладно, не нам, как говорится, судить. Так, давай посмотрим, у нас там по товарам было что-то еще. Было что-то еще, это яйца по 4 штуки и тунец, да? А еще бы я, наверное, взял туалетной бумаги все-таки. Две упаковки, чтобы они у нас были. Капсулы для посудомойки... Блин, нет, нет, нет. Я думаю, подожди, вот так вот нам пока хватит. Так вот нам пока хватит. Так, уважаемые, мы открываем магазин. Ой, боже, чистый, красивый такой. Доставщики, приколисты. Всегда ставят как попало. Так, ладно, еще две сюда и две сюда. Ну, потому что, блин, маловато выходит. А, подожди, мне нужно цены проставить обязательно, обязательно. Потому что будет сейчас по вбросовой цене это все. Так, мы ставим здесь пятерочку. Ну, пожалуйста. Ну, а почему ты не ставишься? Странно. А что такое? А что случилось? Во. Сейчас 5 поставилось. Очень странно. Так, ладно, здесь у нас 4 доллара идет. Туалетная бумага. Нифига себе, 16 долларов. Это очень выгодно. Это очень выгодно для туалетной бумаги. 20, 21 доллар. Я чувствую, у нас сейчас прибыль с тобой полетит. Так, здесь получается 7 долларов. Сейчас я вас слышу, я подойду. Это у нас 3 доллара. Окей, так, на новые товары мы практически цены сейчас с тобой поставили, но не на все. Так, 13 долларов сахарная пудра, медок. Медок ты у нас взяла, блин, за 6, ну ладно. Будем думать, что у нас сегодня была на одну баночку меда скидка. Так, что у тебя тут? Да, давай, 6 долларов тебе, пожалуйста, мадам, что тут у вас? Всякая вкуснота, не особо, наверное, полезная, вы бы... Взяли что-нибудь пополезней. Так. Такая маленькая тут пришла. Так, иди сюда. Вот, правильно. Всяких вкусняшек. Блин, 14, да чтоб тебя. Так, 14.64. 50.64. Все, иди сюда, больше не приходи с такими суммами. Так, это получается 6. Это получается, мы ставим тоже 6. Окей.
Так, йогурт по 2, это все по 2, все остальное у нас вроде бы с вами хорошо. Так, давайте, давайте. Я обслуживаю периодически население, потому что я... О, туалетная бумага пошла. Пошла туалетная бумага. Так, по 0, отлично. О, блин, туалетной бумаги надо заказывать намного больше. Так, $1 тебе забирай. Подожди, я кассу пока закрою, потому что вот мой напарник там стоит. У него как бы все это есть. Так, мне нужно... блин, я по привычке сюда подхожу. Мне нужно решить что-то со складом. В первую очередь. Так, мебель, давай мы еще возьмем две складские вот эти темы. Да, закажем. И сюда будем, наверное, сразу заказывать все по продуктам, чтобы у нас был запас. Да, давай, наверное, запас сейчас сделаем сначала по химии. Так, мыло для рук, шампунь, туалетные бумаги 2 коробки, капсулы для посудомойки 2 коробки, чистящее средство 2 коробки, отбеливатель 2 коробки. Да, получается довольно-таки нормально. Ну-ка, иди сюда. Сначала мы ставим... Вот здесь у нас будет стоять с тобой химия. Мы с тобой запомним, что у нас вот с этой стороны химия. Окей. Чтобы полки... Так, это что такое? Это не то. А где у меня полка еще одна большая? Вот она. Вот, потому что сейчас мы будем с тобой в целом следить как бы только за складом. Все остальное нам будет особо с тобой неинтересно. Так, давай коробку сюда с химией ставим. Еще одну коробочку сюда. Мы также будем по полкам с тобой, наверное, заполнять. Да, по две... По два наименования товара на каждую полочку мы ставим. Так, это у нас что? Это у нас мыло. Да, вот он понес уже туалетную бумагу. Так, а где у меня еще мыло было? Блин, яйца. Яйца у нас сейчас стухнут. Так, мадам, отойдите отсюда. Я тут, видите ли, расставляю товары. Так, 12. Давай цену мы сразу на них поставим. $3. Так, 3... Да, что такое? Не то нажал. $3. Окей. Все, коробочку мы маленькую мазепущенную уберем. Сейчас, да, придется нам в первую очередь навести порядок на складе. Так, это сюда. Чистящее средство. Это какая-то брызгалка у нас. Мы сюда поставим. Еще одну коробочку с этой стороны. Окей. Так, и также там мы сейчас с тобой по продуктам разберемся. Так, сюда мы ставим для посудомойки таблетки. Это что у нас? Это у нас еще одна бумага? Папа. Ну ладно, давай сюда. Я думаю, он ту уже расставил. Это что такое? Блин. А, это тунец. Это у нас тунец. Тунец молодец. Так, ладно. Тунца нам с тобой явно надо в холодильник расставлять. Да, вот так вот мы две полочки с тобой тунцом и займем. Так, по 8. По $8 мы его ставим. Окей, окей, да. Мадам, берите свежий тунец у нас пришел. Блин, очередь у нас копится. Копится очередь, значит мы откроем. Откроем еще одну кассу. Сейчас, если ко мне люди пойдут, они уже, да, они уже пошли. Так, для посудомойки у нас вот здесь коробочка. Отлично. Химия, по идее, должна... Ты за молоком за одним пришел, стоишь здесь полчаса уже, да? Ладно, ничего страшного, сейчас мы тебя обслужим. Так, у тебя по 0. О-о-о, хорош, хорош, хорош покупатель. Приходи к нам еще, я тебя практически люблю. Так, вот так вот, отлично. Так, ну у тебя по мелочи. Сладкого на вечер, да, решили? Так, $37, сырок, ну тоже хорошо. Утром его похомячишь с хлебушком, передработкой, самое оно будет, все. Так, до свидули. Видите, да, я как быстро обслужил кучу народу обслужил. Так, теперь мне нужно разобраться... Вот с этими стеллажами. Это, наверное, будет самое сложное. Я бы, знаете, еще лампочек, пару штучек купил. Так, мебель. Давай мы возьмем еще один стеллаж и пару лампочек сюда. Но время 9 часов, мы уже заказать, к сожалению, не успеем.
Не успеем, тогда будем ждать завтра. Так, у нас счета есть какие-нибудь, которые оплатить? $65 я уже в день. В день же. А почему ты бросил это все дело? Здесь вот пусть стоит. Вот, $65 в день, да больше, я уже сотню там, наверное, вместе со всеми делами плачу за наш магазин в день. Плюс зарплату нашим вот этим вот ребятам пока... Ну, не, они мне, конечно, помогают. Тихо. Они мне, конечно, помогают, они большие молодцы. Так, ну, мне теперь нужно следить за количеством товаров. Шампунь, вот, шампунь хорошо раскупают. Туалетную бумагу, кстати, неплохо берут. Может мне полностью вообще эту полку забить вот нашей химией? Да, чтобы ее было побольше. А вот эти вот полки, они, смотри, тоже очень хорошо почистили, так сказать. Блин, надо, короче, сейчас. Сейчас мы этот день с тобой отработаем, вот, и займемся складом целиком и полностью. Я думаю, у нас все получится. Главное там все хорошо расставить. Все хорошо расставить. Сюда мы ставим полку и берем просто каждый товар, который у нас есть. Мы на вот эти полки будем сейчас с тобой дык-дык-дык-дык-дык выкладывать. Можно, кстати, еще две полки сюда, наверное, докупить. Итого у нас будет три полки. Да, на данный момент нам нужно. Так, получается, у меня сейчас небольшой стеллаж. Мне нужно три. И точечный светильник мне нужно два. Блин, уже на $600 выходит. Мы сегодняшний день прям в минус у нас пройдет. Ну ладно, давайте мы закончим этот день. Довольных клиентов 13, товаров не найдено 19, товары считаются дорогими 32. Ну, я бы, знаете, сказал, что у нас дороговатый, конечно, магазин. Так, шоколад, паста, молоко, шампунь. Шоколад, паста, молоко, шампунь. Так, 6, окей. Так, шоколад, шоколад. Это вот здесь вот у нас 4,70. Ничего себе, подорожал. Так, шампунь, шоколад, паста. Да, паста же еще была. Паста у нас подорожала. 5,92. Ну, ладно. Это не... Блин, мне, может, вот столик мне сюда перенести мой? Мне кажется, было бы удобно. Да? У меня вот здесь вот столик стоит, я такой вот сразу по кассе постоял, такой раз, там, в окошко еще плюс смотрю. Возможно, я его сейчас со склада и переставлю, ну ладно. Давай мы с тобой сначала закажем, наверное, вот эту вот всю дичь, да? Расставим, и на нее уже будем, о боже. Вот, и на нее уже будем много-много-много еды нашей и продуктов в целом расставлять. Так, ты тоже идешь сюда, мы поставим тебя, наверное, вот с этой стороны. Вот с этой стороны стеллаж будет смотреться хорошо. В итоге я превращаюсь... Ты что делаешь тут? Халтуришь, что ли? Я не понял. Смотри, не халтурь. Так, наверное, все расставил. Наверное, он у нас молодец большой. Так, я превращаюсь из... Сначала я был кассиром, потом я расставлял все. Сейчас я превращаюсь тупо в кладовщика. Так, давай мы, наверное, вот здесь вот поставим один. Один светильничек мы поставим вот с этой стороны. Попытаемся ровненько сделать. Так, вот этот вот... Сейчас бы по-хорошему его переставить. Ну-ка. Чуть-чуть сюда. И вот этот, соответственно, тоже на уголок. Вот так вот. Да? Да. Тогда у нас будет плюс-минус все ровно. Так, давай, мы сейчас будем тратить очень много денег на продукты, я тебе говорю. А, смотри, мы берем злаки, да, две упаковки, мы берем хлеба, две упаковки, мы берем муки, две упаковки, берем масло, две упаковки, паста, две упаковки и сахарной пудры, две упаковки. Не получилось, да? Все на пасте у нас с тобой и закончилось. Ладно, бам-бам. Короче, мы берем с тобой хлеб, да? Вот сюда, допустим, ставим коробку с хлебом. Нам нужна еще одна коробка с хлебом, да. Ставим еще одну коробку с хлебом. Здесь у нас с тобой будет только хлеб. Здесь у нас с тобой будет только мука. По две коробки мы с тобой выставляем. Это у нас будет, соответственно, запас. Если я буду видеть, что здесь что-то заканчивается, значит, нам нужно что-то добавить. Так, коробку сюда. Коробку еще синюю сюда. Но, считай, один стеллаж у нас ушел.
Да? У нас будет склад больше, чем магазин, я тебе говорю. Так, я наконец-то открываю магазин. Ты смотри, что я здесь натворил. Это же жесть какая-то. У нас прям склад-склад. Попытался я, конечно, все более-менее это разместить. Вот, но я еще понял, что можно добавлять, оказывается, коробку в коробку, но не везде. То есть маленькие мы можем стакать прям по многу. Вот, поэтому я думаю, их много и не надо. Вот, но остальное так, конечно, очень опционально у нас получилось. Посмотрим. Мальчишка у нас потихонечку все расставляет. Вроде все продукты как бы имеются. Вот, но мне кажется, нужно полочки еще добавлять. Возможно, нам нужно будет купить еще, конечно, какую-нибудь лицензию. Так, вода. Вода у нас где с тобой была? Мне воду, может, надо куда-то добавить? Нет. Вода у нас идет полная. Давай посмотрим сразу на склад. Возможно, я смогу эту воду здесь куда-то довпихнуть. Блин, значки такие маленькие. Вот честное слово, можно было, конечно, их и побольше сделать. А где вода у нас? Вода у нас была, по идее, в самом начале где-то, да? Так, ну-ка, вот она, вода. Ну-ка, да, смотри. Коробочки еще стакаются периодически, поэтому это очень хорошо. Так, кофеек у нас тоже, он где-то, по-моему, был в начале. Так, вот он, кофеек, окей. Да, там по 4 коробочки ставятся на полку, поэтому я думаю, это максимально хорошо. Так, яйца. Блин, я теперь вот тусуюсь, теперь только здесь. А вот как по-другому, блин, яйца? Вот где мне яйца найти? Мне нужен еще кладовщик какой-нибудь, который будет вот, я не знаю, там складом заниматься. Я хочу ходить в зале, я хочу смотреть, как люди у нас все это дело покупают, как у нас бизнес продвигается. Что вот это такое? Я сейчас запру себя, получается, на складе. Вот, и буду смотреть только на коробки и на ценники. Но это тоже, мне кажется, не дело. Так, 52, окей, хорошо. Так, 26, божечки. Так, здесь еще и сдача какая-то есть. Ну, сейчас мы денежек еще немножко, кстати, поднасоберем с вами. Потому что потратил я практически все на этот склад. Ну, что ж поделать. Так, 38, угу. Мадам, что у вас? Вы прям закупаетесь. У меня, кстати, самый большой чек был на 115, по-моему, долларов, что ли. Так, 5, 6, 7, окей. Немножко разгрузили нашего бедного беднягу-кассира. Так, ну здесь, в принципе, выглядит это все дело довольно-таки неплохо. По складу, вот. Но нам нужно еще заказать. У меня вот здесь вот товары лежат. Да, отбеливатель, чистящее средство. Это все, боже, меня чуть не убило сейчас. Так, шампусик, это все надо нам на вот этот вот склад добавить. А где шампунь? Вот, нет, вот шампунь, да? Да, 20 штучек. Очень удобно, что он хотя бы стакается. Можно было, конечно, сделать бесконечно, чтобы он сюда стакался. Ну, ладно уж, что ж теперь поделать. Так, туалетная бумага. Вот, кстати, туалетная бумага у нас постоянно заканчивается. Огромные такие коробки. Так, это мы сюда... Ну-ка, вы вдвоем один в одну поместится? Нет. К сожалению, для больших коробок такого у нас не предусмотрено. Так, ты идешь у нас сюда. Ты идешь у нас сюда сверху. Ну так, в принципе, удобно будет мне смотреть. Смотрю, где нет коробок. Вот, подхожу и туда добиваю. Так, это у нас что? Это у нас вот здесь, да? Смотри-ка, что я не могу. Не могу, к сожалению, добавить туда еще отбеливатель этот. Или что это такое, я не особо разбираюсь. Так, для посудомойки, отлично. По 4 на полочку у нас влезет, да уже и хорошо. Так, ладно, отбеливатель пусть у нас пока здесь на полу постоит, мы его немного позже добавим. О, боже, у меня тут очередь скопилась. Сейчас, ребята, я самые быстрые руки, я обещаю, я самые быстрые руки. Так, 85, блин, да что ж такое? Быстрые руки меня иногда подводят. Так, шоколад, все остальное мы, конечно, тебе пробиваем. Так, 3 доллара. Забирай следующий. Так, 2 маслица тебе. Хорошо.
Без сдачи, вот, у тебя уже много покупок, это меня радует. Вы когда приходите с большим количеством покупок, меня это очень радует. Так, 12 забирай. Так, вот это мы все с вами смотрим. 67, неплохо, неплохо. Так, 3 сока вам, молодой человек, 9 долларов, окей, приятного аппетита. О, сразу видно, хозяйка пришла. Так, 109. 109 у меня было 116, по-моему, максимально. Так, хлебушек. Хлебушек тоже дело хорошее. Забирай. Так, ты что-то там чистить собрался. У тебя, видимо, окошек довольно-таки много. Окей. Быстренько, быстренько мы с этим делом всем справились. Так, мне бы по-хорошему, знаешь, еще какую-нибудь лицензию, что ли, купить на товары. У нас есть еще какая-нибудь лицензия? Чтобы... блин, с другой стороны, вот даже не знаю. Так, 67, 65, лицензия. Лицензия на товар. Злаки, курица, картошка фри, пицца, микс. Давай мы возьмем. Пусть у нас сейчас денег будет совсем мало. Но я думаю, мы как-нибудь справимся из этого кризиса, с тобой вылезем. Правда, мы еще даже кредит ни разу не брали на свой бизнес. Вот, но мне кажется, вот придет еще тот момент, когда, возможно, нам что-то понадобится. А возможно и нет, возможно, мы сами сможем из этого кризиса как-то выкарабкаться. Да, да. Я просто хочу, я посмотрел, там курица есть, мы ее можем, по идее, вот сюда вот и загрузить. Давай быстренько купим одну штучку. Так. Маркет, в самый низ, где у нас мешок с картофелем, сливочное масло, злаки, курица. Давай мы возьмем курицу, 2 штуки, да, окей. Все, мы с тобой еще закупились курочкой, сейчас мы посмотрим. Она, по-моему, в этот все-таки холодильник должна влезть, да? Да, здесь всего 4 курицы. А что так мало? Что так мало, я хотел побольше. Вот, молодой человек уже... Я цену еще не поставил. Ты говна кусок за 5 долларов купил, которая 10 стоит. Что за ночные скидки? Алло. Прикинь, он забрал 4 курицы по 5 долларов. А стоят они по 10. Так, подожди, ко мне пришел тут человек. Вот сейчас мы посмотрим. Он, кстати, на мою кассу пришел. Да? Ну-ка. Курица, 5 долларов, да. Засранец вонючий. Так, как обуть тебя можно, интересно? Никак, да? Ну ладно. Ну ладно, мы тебя еще найдем. Так, 9 долларов. Окей, давай дальше. Кто у нас тут? Мадам. Так, 1 доллар, ты прям молодец. О, много молока у нас сегодня купили. Так, 78. Окей. Он тоже у нас такой оптовый практически покупатель. Так, 2 доллара, ты у нас красавчик. Приходи еще, нам вот таких, как ты, нужно на самом деле намного побольше. Так, 64. Окей, все, у меня пока никого нет. Кассу мы закроем. Парнишка у нас тут разносит. И в принципе, знаете, с ним намного удобней. Я вот сегодня к полкам не подходил, он разносит, и в принципе все хорошо. Единственное, что нам нужно товары, ну, полочки, так сказать, подзаполнить, посмотреть, чего не хватает, но это, скорее всего, мы уже сейчас на следующий день перенесем, а сейчас мы посмотрим счета. Менеджмент счета, счетов пока нет, все хорошо, давай мы следующий день с тобой начнем. И он уже у нас, наверное, будет на эту серию завершающий. Так, кофе темный, обжарка. Так, кофе темный, это у нас вот он. Так, 9. Ну, давай поставим 10. Может, его разбирать будут чуть-чуть побольше. Так, здесь он все достает. Большой молодец. Так, у нас нет красного, нет синей муки, нет макарон, нет муки. Блин, счета, еще эти счета. Так, у нас нет макарон. Макарон. Вот они, макарошки. Давай возьмем 2. 2 муки мы сейчас с тобой возьмем, пусть он добавляет. Масло. Вот у нас закончилось масло. Давай 2 коробочки возьмем. А потом что у нас? Мед еще здесь есть. Это есть.
Так, это что такое? Чокпики есть. Яиц, да, по 6 штук. Ну, в принципе, тоже еще есть. Сыр у нас есть. Так, ну здесь у нас, в принципе, много чего есть. Молока, да, молоко у нас тоже есть. Чай у нас тоже с тобой имеется. Так, соки, соки, соки. Блин, здесь непонятно. Мне надо выйти и вот так посмотреть, скорее всего. Так, желешка, да, у нас какая-то была здесь. Желешка из недавних наших товаров, которые мы с тобой приобрели. Вот, сахарная пудра. Давай сахарная пудра еще возьмем. И давай вот злаки докупим. Новые злаки, которых у нас еще с тобой не было. Так, вот они. Мы их, кстати, сразу к меду, наверное, вот здесь вот разместим. Да? Злаковые злаки. Блин, а подожди, а я смогу перенести в... Блин, а нет, наверное, да? Ладно, пока ничего трогать не буду. В следующей серии мы с вами разгруппируем уже все наши товары. Так, вот этой штуки, да, у нас нету? Давай я ее вот так чуть-чуть выложу и посмотрим. Мы же ее где-то, наверное, здесь явно размещали. Где-то у нас должны быть эти злаки или нет? Пудра, точнее. На самом деле я ее не особо вижу, поэтому давай мы ее вот здесь вот загрузим. Вот, пусть она вот здесь и постоит. Так, магазин мы сразу можем с тобой открыть. Вот у нас мука. Мука, мука, мука. Давай ее сразу будем грузить. Будем грузить, наш молодой человек ее явно достанет. Так, это мы сюда разместим. Красная у нас сюда идет. Вон, у нас с ним прям тандем, тандемыч. Так, 16, хорошо, влазит на одну полку. Это замечательно. По идее, у меня склад равен магазину. Даже немножко больше. Так, это у нас вот здесь, надо еще запомнить. Что где лежит, что куда я размещал. Так, маслица у нас вот тут было, да. Еще одна упаковка масла тоже вот здесь. Так, ко мне пришел клиент. Мы вот это вот сюда поставим. Пусть будет много. Так, касса закрыта. Подожди, а как ты тогда пришла, если касса закрыта? Странно. Пойдем ко мне. Пойдем, я не знал, почему касса закрыта, но ты здесь стоишь. Это даже очень странно как-то выглядит. А, так, у нас закончилась еще туалетная бумага. Прям под туалетную бумагу нужно много. Много-много-много места. Так, а где у нас была туалетная бумага? Я что-то не вижу. Вот она, туалетная бумага. Давай две штучки закажем. Короче, у нас с тобой сегодня есть очень большие продвижения, я так считаю. А, я думал, это какой-то левый парнишка пришел. Так, туалетная бумага, окей, потому что, да, он ее будет... Так, мыло для меня слишком дорогое. А где ты тут мыло видел? Мыло вот здесь, да, сверху? Ну-ка, $3, 2.10, ну, оно не сильно-таки дорогое, я тебе скажу. Давайте я обслужу кого-нибудь. Есть желающие? Мадам, мадам, иди сюда. Ну, посмотри на меня. Я просто хочу, знаешь, в следующей серии разместить, чтобы у нас была вот такая прям полка злаков. Сусучок, пики, потом у нас вот здесь хлопья какие-то есть еще. Вот здесь вот... О, коробку несет. Вот. Здесь будут там хлопья, допустим. Здесь у нас будет чисто мука. Здесь у нас будет паста какая-то. Здесь у нас еще будет, там еще что-то будет. Вот... Ну, сейчас, по крайней мере, мне интересно. Сейчас мне уже играть интересно. Вот, потому что большое количество всего у тебя. Много задач, тебе нужно много чего сделать. Ну, и нам непосредственно еще нужно деньги зарабатывать. Я бы еще одного кладовщика нам, наверное, все-таки нанял. Ну, идеальный вариант, конечно, было бы взять кого-нибудь на закупки, а я бы просто занимался дизайном магазина. Вот было бы тоже, мне кажется, хорошо. Смотри, видел, да, она этот вне очереди прям просто вклинилась. Но она такая суровая, мадама. А я не могу прям. Так, давайте я вас тоже подобслужу немножко. Так, 18, окей. Так, давайте свет, наверное, включим, потому что как-то темновато. Как-то темновато, вот так вот уже
уже заиграло немножко красками, все такое переливается, все прям это интересно. Так, но по закупу я, наверное, на следующую серию полностью забью нам склад. Да, и у нас будут деньги. Мы сделаем максимальное расширение, скорее всего, по всему. Вот, и будем заниматься самим дизайном магазина. Вот, чтобы мы все аккуратненько расставили, чтобы все красиво у нас с вами присутствовало, чтобы товарооборот... Ох, ты бумаги забрала сколько. Ну, ты прям маленький апсерун, но немножко не дотянула до моего рекорда, $116. Ну, ничего страшного. Слушай, а на бумаге столько... А, мы же еще с этой стороны поставили. Ну, ладно, ладно, нет. У меня претензий к кладовщику нет вообще. Супер молодец, красавец. Смотри, ходит, все раскладывает, все у него есть. Вот, очень сильно облегчил мне жизнь. Это если я возьму сейчас еще второго кассира. Ну, пока не знаю, мне иногда нравится, знаешь. Но вот у нас не такое большое количество народа. На самом-то деле у нас вывеска поменялась по цвету? Нет, не поменялась. У нас до сих пор красный супермаркет. Вот, и столик для заказов я, наверное, сюда себе переставлю. Так, давайте, молодой человечек, забираем покупочки свои, $35. Так, сладенького захотелось, да, на вечер? Я тебя помню, ты в одной и той же рыбашке ходишь у нас всю дорогу. Ну, время 5 часов, пока у нас особо клиентов нет, я предлагаю нам с тобой на этом закончить. Спасибо, дорогой друг, что смотрел, не забывай подписываться, лайки ставить, комментировать. Вот, следующая серия у нас, я думаю, будет максимально прорывная. Вот, мы добавим, скорее всего, уже все продукты, но я буду надеяться. Поэтому смотри и лайком поддержи. Все, пока.